как это настраивать вообще, чтобы оно поехало в поворот. Пытаюсь что-то там как-то давить, но видите, бам. Что это такое? Блин, это уже четвертый круг, да? Цепляюсь передними колесами. А вот сейчас с первого раза. Я решил добавить немного разнообразия в карьере и заехать в ралли-кросс. Классика ралли-кросса. Ралли-кросс. Это что, объем двигателя? 1.6. И суперкары. Мы там и так гоняем в ралли на каком-то старом ведре. Поэтому идем в нечто среднее. Тем более по деньгам проходим. 207-й Peugeot. Renault Clio и Opel Corsa. Давайте заедем на Clio, что ли. Почему нет? Да, хочу купить. Да нет, вот этот красный вполне симпатичный. Погнали на нем. Ну, сейчас посмотрим, что нам тут приготовят. Джокеры, вся фигня. Вот я уже вижу, какое-то у нас простенькое колечко сейчас будет. Я думаю, одолеем. 50% асфальта и 50% говна. Чтобы заработать очки за заезды, покажи хорошее время. После 4 заездов 12 лучших гонщиков в списке лидеров заездов перейдут в полуфинал. Хорошо. Что-то как-то это... Долго, не? После 12. Проехать по нему нужно только один раз. Знакомая трасса, по-моему, что-то подобное было. Да-да-да. Что-то подобное было в четвертой части. Вперед. О, как мы заскрипели. Короче, я погнал. Машина за тобой пошла на Джокер. Ты чё, блин? А чё так колеса блокируются, я не понимаю. Я просто жму. На тормоз. Чё по тормозному усилию в этой игре? Как-то это все жопно сложно. Я скажу. Машина ведет себя очень странно. Как-то... Едем по асфальту. Я начинаю притормаживать. И хватаю какой-то нереальный занос. Давай! Пацан перевернулся. Тихо, тихо, ему и так плохо. Трудно вернуться, так сказать, в ралли после кольцевых гонок. Например, в Ассато-Корсе или в ПКарсе. Тут как-то все совсем по-другому. Во-первых, я проигрываю старты. А во-вторых, управление, оно какое-то нереально... Странное. Просто как-то, блядь, ноль сцепления на любой поверхности. Хотя нет, наверное, на асфальте все-таки ноль сцепления, а на грунте мы как-то еще едем. Пытаюсь что-то там как-то давить, но, видите, как-то не получается. Уходят от меня чувачки. Просто как до них доехать? Так, чтобы безболезненно. Не влететь при этом куда-нибудь. Блин, это уже четвертый круг, да? Тем не менее, гляньте на результаты квалификации. Четвертое место. 40 очков. И время минут 31,8. В принципе, можно так и оставить. Давайте дальше. Теперь я понял, что за 4 заезда и что за 12 лучших гонщиков. Очки надо набирать, я пока на четвертом месте, можем сейчас побороться. Я, наверное, уберу вот так вот баланс тормозов и сделаю подвеску сзади помягче. Вот так, может, оставим. Я сейчас, походу, поеду на первом круге на этот Джокер опять. Бля. Да блять! Попрусь-ка я на первом круге на этот Джокер. Да блин, да как в тебя попасть? Так, попрусь-ка я на первом. Бам! Да воткнул же первую! Вроде залетели. Давай, давай, вторая. Колбась. Надо, наверное, сделать передаточное число.
поменьше, а то что-то ни хера не вытягивает. Даже вторая для нее длинная. Нужно время, времечко, времечко. Они три человека прям рядом друг с другом едут. А, и вот они. Давай, 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 перехватываем, перехватываем этих мразей. Давай, давай, цепляйся, цепляйся. Можем же вздрючить этих козлов. Power slide, блин. Почти. Цепляйся передними колесами, пацаны. Пишите потом в комментах, как это настраивать вообще, чтобы оно поехало в поворот, а не из поворота. Смотрите-ка, первое время показал. Минута 30.0.35. Проехал как говно, но силен и первое место. В общем, в зачете я проигрываю аргентинцу Эмбланко. Ну, как обычно, я в Дёрж 4 какому-то Альваресу там сливал из Аргентины. Так что у нас третий заезд. Дифференциал сделаем чуть слабее. Коробку передач в сторону короткой. И, наверное, еще помягче подвеску. Давайте попробуем вот так это все проехать. Просто попробуем. Двигатель чиним. Все чиним. Должно времени хватить на все. Так, сейчас на Джокера не попрешься. Тут окружили меня. Да, и с той стороны машина. Че, вам уроды, места мало, что ли? Машина за тобой. Пошла на Джокера. Скользим. Красный упер куда-то вообще в космос. Так, я за этим. Пропусти, гад. Нет? Давай, 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 давай. Тяни. Есть. Так, тот пошел на большой круг. О, дружочек, а вот и ты. А вот и я. Сейчас будем танцевать. Не дай ему проехать. Есть. Последний круг, да, у нас? Вытащи, вытащи, тварь. Сзади прям суют мне в задний бампер уже. Затянись. Последний рывок. Сука. Не думайте, что все это с первого раза. Далеко не с первого раза. До свидания, Эмбланка. До свидания. Так, ну чё, последний заезд, четвертый. Чё-то, блин, долго эта херня длится уже. Но у меня пока 140 очков. Есть даже некий гэндикап. Из настроек я хотел бы вернуть диф туда, где он был. Наверное, попробуем даже сделать чуть сильнее. Вот так, погнали. Блин, профукал старт. Что-то не мог решить, ехать, не ехать. В итоге не поехал. Ну, сейчас посмотрим, как я буду на них. От них, точнее, на поворотах отставать или нет. Буду. Я за красным. Сука, а что они не поехали-то? Тяни, 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 тяни. Ни хера себе без потери позиции. Все, все профукал. Так, двое уехали, да, у нас? Сейчас попробуем их достойно встретить вот здесь. А вот и красненький. Вот теперь поборемся. Внутренняя моя.
Не пропущу. Хорош. Четвертый круг, последний. Не врезаться, не врезался. Говнопереключение, это мой прям конек. Всасывайся, всасывайся, всасывайся и выигрываем. А вот сейчас с первого раза. Ну и чё, три лучших гонщика проходят в финал. Так, разбили нас на группы, начальная конфигурация трассы. Ну ладно, давайте посмотрим. Настраивать, надеюсь, ничего не надо. Так, ну чё, на Джокер не попадаем, да? Насколько я понимаю. Так, будем бороться. Как маятник машина себя ведет. Так, ну поперлись. Пройдем уже этот сраный Джокер. Без потери позиции. Отлично. Вот этот голубок сейчас должен заехать на широкую. И мы с ним нормально разменяемся, блин, вот здесь его упускаю, хотя мог уже догонять. Он сейчас уходит. Гадство. В принципе, что-то там где-то приловчился. Знаете, что я забыл сделать? Мне посоветовали. Только сейчас вспомнил. Включить мягкую блокировку в настройках управления, чтобы игра регулировала угол поворота руля сама. Блин, я что, второй пришел? Да ладно. Слил. Но тем не менее я прохожу, это радует. А прошел я в финал, и сейчас будет жарко. Почему-то 6 участников, это вообще как? Так вообще можно? Давайте починим. Автомобиль. Все, прям все, 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 все должно быть как часы, 28 минут. Можно ехать. Машина целая. Что-то как-то мы по-китайски выстроились, блин. Ну погнали. А, у нас еще и 6 кругов. Ну, ничего себе. Окей, вот уже пинают. Да вы что, охренели? Наглый старт. Машина за тобой, пошла на Джокер. Да зацепись ты. Сейчас было нечто похожее на парный дрифт. Я встал ему прямо в дверь. Как он вывозит это дерьмо. Еду за ним. Буш моей опорой, гад. Есть. Запрещенный прием, пацаны, никогда так не делайте, это не культурно. Так, попробуем. Джокера я не люблю, но пробовать надо. Машина за тобой идет на Джокер. Практически залез. Тебе удалось сохранить позицию после Джокера. Посмотрим, как этот пацан себя потом на Джокере проявит. Ну уезжаю же туда, блин, он до последнего тянуть будет, походу. Но я подъезжаю к нему. Каким-то странным образом. У меня получается. Уходи на широкую, Омекс. Буду называть тебя Омекс. Чё, твердое первое место, причем заслуженно так-то. Давай вытягивай, не радуемся раньше времени, хотя можно уже праздновать шестой круг.
Заезжаем на финиш, все такие из себя победители. Пушка, пушка с 50-го раза. Ну как с 50-го? Сначала было трудно, а дальше все легче и легче, когда понимаешь, как ты вообще ездит. Сейчас опять начнутся гонки в какие-нибудь Project Cars от Seta Corsa, и опять вернусь сюда такой: что это такое? Опа, народ, а теперь у нас Швеция на горизонте. Я что-то рано начал радоваться, я думал, чемпионат у нас закончился, а вот вам. Тут еще биться и биться. И это, я думаю, ставим уже Хёльес, Швеция, на следующий выпуск. Потому что это реально трудно. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео вам понравилось. Заходите в группу ВКонтакте, там всякая билиберда, анонсы и прочее. Давайте, народ, увидимся. Пока.